ti kako sam vidite, posljednjih 20 let varatnik stali paniže. Paniže. Раньше были очень широкие, сейчас уже не идет такая мода. Итальянский кутюрье Джанфранко Ару и его помощник Франческо объясняют красноярским мужчинам, как всегда выглядеть элегантно и модно. Как дьявол кроется в мелочах, так и настоящий стиль состоит из аксессуаров. Есть два вида аксессуаров для мужчин, которые очень важны. Это близнецы, по-русски запонки, на втором месте портсигар, и в-третьих зажим для банкнот. Эти ключевые вещи должны быть в арсенале каждого стильного мужчины. Ношение запонок, по словам Джанфранко, должно войти в привычку. Тканевые уместны днем, а украшения с драгоценными камнями подойдут для вечерних мероприятий. Это какой-то статус придает, какую-то свободу, когда надеваешь именно рубашку под запонки, ты чувствуешь на себе по-другому. Ну, это такое совершенно другое ощущение внутри себя. Запонки видно и не видно. На рукаве пиджака, сшитом на заказ, всегда две последние пуговицы будут расстегнуты. Рубашка должна выглядывать из-под пиджака на 2 сантиметра. И когда вы начинаете двигаться, запонки становятся видны окружающим. Но есть в мужском гардеробе и другие аксессуары, требующие особого внимания. Так, в палитре галстуков бабочек пополнение, наряду с черными и красными, в тренде изумрудно-синий. Предстоит деловая встреча, непременно наденьте галстук. Эта деталь мужского гардероба уместна в любое время суток. А вот что безвозвратно вышло из моды, так это зажим для галстуков. Ну, на самом деле, у меня уже достаточно большая коллекция таких платков. Часы, у меня пока не богатая коллекция, но считаю, что часы должны быть обязательно какого-то хорошего часового швейцарского бренда для того, чтобы хоть как-то следовать нормам деловой этики. Если у тебя все внутри гармонично, ты всегда будешь гармонично выглядеть, вне зависимости от суммы, которую ты на это потратишь, и вне зависимости от требований моды, которые ты либо соблюдаешь, либо нет. К актуальным мужским аксессуарам сезона весна-лето итальянцы относят также подтяжки и бороду. Как говорят итальянцы, если ваш муж начал следить за модой, возможно, вам пора следить за мужем.